фильм этот о бассейне, по-моему, имеет особое значение. Во-первых, люди того времени, того поколения, почти все ушли. Немногие остались на самом деле. Немного осталось живых свидетелей того времени. И когда они уйдут, а уйдут они уже совсем скоро, то уже не будет ни одного живого голоса по поводу того, что было тогда. И мы с вами не увидим ни одного человека, который имеет отношение к тому времени. Это ходячая история, живая ходячая история. И, на мой взгляд, нужно бы все сделать, чтобы сохранить это, чтобы это никуда не ушло. Это с одной стороны. С другой стороны, это способ познавать собственную историю. Не по учебникам, не по рассказам тех или иных людей, которые имеют ту или иную точку зрения и рассказывают историю так, как им бы хотелось. И не всегда правдиво. А здесь вот реально совершенно. И как мне думается, опыт этого человека, его военный опыт, его эмоционально-личностной опыт и, конечно, его трагический опыт, это вещи важные, чтобы понимать, откуда ноги растут. Поэтому я бы всячески призывал каждого человека хоть как-то, но поддержать этот проект. Это, знаете, это такой поступок, о котором вы никогда не будете сожалеть. Даже более того, сможете сказать с некоторой гордостью: а вот я помог. Это немаловажно.